Челябинске состоялось открытие Кубка губернатора по художественной гимнастике. За первенство боролись более 200 юных спортсменок, а оценки им выставляла тренер знаменитой гимнастки Алины Кабаевой. За этой стеной юные гимнастки готовятся к выходу на ковер. Обручи, скакалки и шары летают по всей тренировочной площадке. Сюда приехали 240 гимнасток со всей России. Челябинке Алисе всего 11 лет. Из-за болезни она пропустила несколько тренировок. Но для нее главное, чтобы ее выступление не оставило равнодушным тренера олимпийской чемпионки. Я уже занимаюсь, по-моему, лет 6. Я уже не помню. Я сначала заболела, очень сильно болела, 2 недели. Потом восстанавливалась, пропустила один старт. И вот сейчас готовилась к этим соревнованиям, наверное, неделю где-то готовилась в полную силу. Однако среди этих юных гимнасток встречаются настоящие профессионалки. Их заметили еще в Москве. Для них важно сегодня выступить идеально. От этого зависит их поездка на более серьезные соревнования. Ну, мы как бы пришли на гимнастику, нам очень понравилось, и мы стали заниматься. Проверяем программу перед Кубком России, который будет 4 декабря. И мы просто надеемся хорошо выступить, чтобы тренеру самое главное понравилось. Выступают гимнастки на настоящем профессиональном ковре в индивидуальной программе в 8 возрастных категориях, а в групповых упражнениях в 4 возрастных группах. Из них очень много групповых упражнений, что очень приятно, потому что мы законодатели моды дисциплины не только в личной России, но и в групповых упражнениях. Поэтому у нас происходит такой смотр от маленьких до самых больших. Очень хорошие дети выступают. Закрытие соревнований запланировано на эту субботу. 6 лучших гимнасток получат разряды, дорогостоящие призы. А у кого-то появится шанс стать новой олимпийской чемпионкой. Анна Козлова, Константин Витков, Вести, Южный Урал.